Всем привет, с вами Слава и Антон. Здравствуйте, дорогие друзья. Вышло обновление небольшое на 7 Days to Die, поправили бесящую меня жутко анимацию немного, ну, написано во всяком случае. Когда зомби еще не встал, а уже вас бьет, или когда зомби еще не подошел к вам, а вы уже застанены, и он уже вот к вам подошел и начинает рубить вас просто так, безнаказанно. Ты что, я сказал, что я нашел это вот лезвие для бензопилы? Не сказал. Ты не спрашивал. Я не спрашивал. Так, у нас сегодня по квесту сделать печь, наконец-то. Надо идти фармить тоха этот самый. Кого? Глину. Глину. А лопаты нам надо, да? Да, сделай лопату себе каменную. И пойдем копать глину. Моя проклятущая диарея сгубит меня скоро. Так, это... Держи по себе, нас это не касается, твои кишечные дела. Но ты должен знать, если я умру, то от чего. Угу. Опа. Мадам. Так, надо будет сделать еще стрел. Да, кстати, у меня вот стрел тоже, по-моему. Штучек 20. Могу. Потом надо будет еще камни пофармить, потому что на печку нужен еще камень. Оно и стелс. Так, камень проще и... Ты, по-моему, промазал из стелса, нет? Я ее вырубил, но она, по-моему, еще жива. Все, уже. Уже мертва. Не, умерла. Ты где? Я не могу ее лутать. Она вот здесь лежит, Слава. Где? А ты где? Ты меня не видишь? Mm-mm. Вот у нас какие-то теперь проблемы с сервером. Да. Я вот на входе возле машины разбитой. Тебе надо перезаходить. Печально. Беда. Теперь так. У меня не хочет реагировать игра. В смысле? О, я зашел. Я живой. Ты вот стоишь. Да. Вот зомбятина. Камушек поднять я не могу. Не можешь? Может, у тебя места нету? Я-то вроде выкладывался тоже. Очень смешно. О, ура, просто лаги. Я поднял камушек. Слава богу. Где лежит мадам? Да вот лежит. Ну, уже ошметки от нее остались. А я в нее стрелял, она была здесь. Ну, я же говорю, лаги какие-то у нас она определенные. Она вот здесь стояла, я в нее попал. Давай пока вот в эту зайдем. Мы ж так и не зашли внутрь, по-моему, заправки. Сейчас, бензин надо забрать. Вау, 184. Хотя, может, какие-то другие Денисы поменялись. У меня 350 банок. Я не знаю, сколько это бензина. Раньше, если бы по старым меркам посмотреть, это очень даже много. Так, ты нижний холодильник не посмотрел. Тут ничего интересного. По-моему, нашел фонарик для мотоцикла. Есть такая тема? Да, есть такая. Вот, блин, гадский сейф закрытый. О, на заднем дворе же была эта самая. Пошли посмотрим. Ящик. Ящик был заперт. Угу. Надо его раскупорить. А тут сейфик есть. Нет, сейфик тебя не интересует? Сейфик долго и нудно. Потом. Так, вот тут колесо есть. Надо колесо собрать тоже. Есть. Какого качества? Фиолетовые. Топовые колеса. Вау. Повезло. Угу. Фартануло. А что вы там в ящике? Не знаю. Сейчас откроем, посмотрим, что будет написано. Ну, по идее, какие-то ресурсы. Строительные, наверное, я знаю. Главное не разбить то, что получится. Вот когда будет ноль прочности, надо будет вовремя остановиться. Во. Working stuff. О. У тебя, в принципе, есть рецепт, да? Кого? Ranch. Да. Ключ. Смотри, можно подходить теперь правым кликом. Или нет? Левым кликом. И разбирать машину на части. Я получил трубу. Так, ты уже скрафтил? Ты целый этот нашел, я понял. Да. Ой, у меня рецепт пистолета уже есть. Круто. Сломай его, смотри, колесо лежит. Слушай, это... Есть шанс получить колесо. Да. Хедлайт. Смотри, хедлайт, ну это правильно, фонарь. Дальний свет, ближний свет, ты понял. Ломай топором, получишь колесо в итоге. Вот, и надо идти глину искать. Посмотрим, пока. У нас, кстати, источник воды поблизости, рядышком. Мы даже не знали об этом. Тут же, смотри, у нас этот водокачка, водонапорная башня. Где? Я посмотрел по карте. Ну, вон она. Сейчас я... Мне проклятущая диарея, не могу бегать. Так, тут мясо, главное. Не это, не профукать. Вон, видишь? Фонарь. А, красное это вижу. Да. Там, по идее, водичка в основании должна быть. Я по карте смотрел. И там можно воду набирать, ходить. Так что источник воды здесь есть. Это
Я пройти не могу. Что и там типа чистая вода, да? Не, ну будем набирать, кипятить ее. А, то есть она там грязная все же. Ну, я не проверял. Я просто по карте посмотрел, что там водичка. Пойду проверю. Иди. Я хочу колесики пока сложить. И это... Окей, и бензин тоже. Так, теперь займемся делами насущными, глиной. Пока еще светло. Ночью будем все дело жарить, парить, плавить. А, тут и надо будет еще нафармить. Кого? Ну да, берешь пустые бутылки в руки, кликаешь, правый клик. Нет, тут лужица и... просто есть, понял, под этим. Ну вот, да, вода вытекает. Ну да, я по карте смотрел, что водичка тут есть. Вот, и набираем. Ну, грязная по-любому тут. Ну, лишь бы была хоть какая-то. А то, что ты помнишь, как в прошлый раз мы бежали куда? Да не так далеко уже мы бежали. Чё. О, начинается. Так, по-моему, это глина, если я не ошибаюсь. Сейчас проверим. Да. И чтобы скрафтить любой рецепт теперь в печке, пожарить что-нибудь, что угодно, нужно, надо быть немножко глины. Но они полностью убрали эти дурацкие формочки, которые раньше были. Тебе же нравились формочки. С ними носиться надо было очень сильно много. Допустим, ты хочешь приехать, а бери с собой все формочки, это половина инвентаря, блин. Или носить с собой кучу глины. А так закинул глину в печку. Она такая уголек. По цвету, да, отличается от земли обычной, тут видно. Да, заметна разница. Неплохо ее. Так, ну у меня уже 59, я сейчас еще чуть-чуть покопаю, можно будет идти в камень фармить. Камня тоже надо 50 штучек. Так, надо пиво глотнуть. У меня, по-моему, тоже болезнь перешла во вторую стадию. Да, я получаю минус 0,3 стамины каждую секунду. Нужны антибиотики, Тоха. Надо будет идти устраивать поход за антибиотиками куда-нибудь. Иначе мы просто загнемся от болезни. Загнемся. Мне бы не хотелось. Мне либо, терять уже либо, нечего, я все выкакал. Либо ходить искать мед, как вариант. В этих самых, ну ты понял. Пеньках. Так, я сделаю вот так, чтобы видеть. Так, где ты делся? Пошел за камнем. Угу. Глотнул пивасика. Сейчас... Он еще wellness минус один. Жизнь, боль. У меня уже 98 хп, ну, точнее даже у меня хп 40 из 98. Короче. Да, кишечные дела Тоху сейчас доведут. Доведут. До могилы. До комы просто. Металла столько идет с камня. Раньше тоже так было, я вот что-то не помню. Был процент, но раньше же, да, ты получал в конце все это дело. А сейчас вот... Нет, мне кажется, чуть больше. Вот, и немножко разработчики написали, что они немножко апнули урон блоком от топора плохих качеств начальных, чтобы не было совсем так вот, как мы по одному урону, помнишь, наносили этому сейфу, ну, замку сейфа. Ну, это же сейф. Да, и... Так. А, это я замерз просто, я понял. Ты там в шерстяных шмотках, наверное, да? Нет. Откуда мне шерсть? Я все на кожу пустил. 71. Хорошо. Можно возвращаться, в принципе. А дождь пошел. И снег. Поэтому ты так быстро намок и замерз. Он такой совсем мизерный, что его даже не видно. И надо будет одну из этих машин разобрать на части. Так она чем пустая, мы тут будем пустая. Это обживаться или как? Ну пока, да. Посмотри, здесь водичка есть. Лес есть. Сейчас вот посмотрим, что в машинках. Пока, так, может, пока я мне. Просто шмотки перенес бы с того этого сюда. В принципе, можно, пока я тут буду печкой заниматься. Но я думаю, тебе тоже будет интересно посмотреть, как она работает, да, все дела. А что там? С другой точки зрения, мне надо будет сначала ее. Да, сначала надо будет напичкать нее ресурсов. Хп прям я теряю. Не надо. По 5. Ты мне нужен здоровенький живой. По-моему, вообще. Уходи умирать, как старый кот в лес. Давай, пошел вон. А, кстати, кровати у нас так, в домике. О, слушай, так я, может, это сейчас скину вещи, да умру, пойду где-нибудь, да в домике резну. Ну, к чему обузить систему? Не надо, живи, пока живешь. Живи, пока живешь. Живи, пока живешь. Это ж...
Или пойдем, может, куда-то поищем антибиотики. Как вот. Да, надо идти искать. Прежде чем антибиотики или крафтить печку. Не, печка крафтится вот минута, полторы минуты, и она уже готова. Скраб. Вот это. Глина есть. Ты можешь спальник сделать, положить спать. А если у тебя здоровье падает, то ты выпей лекарство. Да все нету у меня уже лекарства. Я тебе дам. Я только что одно выпил, у меня все равно падает здоровье. Да? Угу. А что так? А посмотри в списках своих, что-то написано. В списках болезней. Дизентерия. Ну, написано, что Advanced. Надо... Advanced. Ну. Минус 2... минус 5 хелса каждые 60 секунд. Оу. Угу. Это плохой признак, мне кажется. Угу. Я ж тебе говорю, по 5 теряю хп. Не поможет. Надо... да, мы смотрели, антибиотики там надо были. Пойди попробуй мед найти в лесу, в этих самых, в пеньках. Сейчас я уже шмотки выложу, наверное, что если я вдруг сдохну, так чтобы это... Ну, такое, да, цены можешь скинуть, что будет жалко потерять, если ты не доживешь. А, у меня есть, слушай, бандажки, я еще побинтоваться немного могу. Но они меня не вылечат, насколько я понимаю, да? Или, подожди, а бандажки... Нет, нужны, они... нужны, которые с крестиком. С крестиком? Да, они дают немножко хп. Хп восстанавливают, но болезни, естественно, не лечат. Да. Да. О, я пружину нашел какую-то в машине. Ну, пойду. Мины, наверное, тебе тут оставлю все же. Вот, пружина. Две штучки. Видимо, для каких-то рецептов оружия или еще чего-то потребуется. Пружина. Блендербас, может быть, или для чего. Ой. Так, кстати, надо убрать эти чипсы. Мусор. А я тише сделаю, даже как-то особо не слышно теперь. Он как-то сделали так, что зомби слишком громко орут. Слишком громко орут. Как-то тихо. Ну, не сейчас, а вообще имею в виду. Так, вот она печка. Первое, что мы сделаем, это посмотрим, сколько надо на наковальню. 200 металла надо. У нас тут сколько? Фиг его знает. Ты металлические обломки складывал тоже, да? Нет? Да, я все повыкладывал, то, что у меня было. Metal fragments. Пойду, короче, по дороге на разведку в другую там сторону. Вдоль дороги. А, кипятить водичку мы пока не можем. А что не можем? А нету... Кастрюля нужна, да. Там осталась в доме. Угу. И в одном доме, и во втором доме у нас по кастрюле. Чё-то как-то совсем так пасмурно тут у нас. Блин, опять умножилось. Куча металла. 300. Сколько там было у меня? Блин. 3575 iron fragments. Слушай, ладно, да ты там читерыш просто, я понял, тихонечко. Я нажал скраб, оно просто исчезло. Ну, так ему и надо, значит. Да что ты палишь меня сразу так? Может, никто бы не понял. Ну, ты, типа, я не с тобой, типа, я... Типа, тебя раскусил, а ты такой uh-huh. негодяй. Uh-huh. А я молодец. Блин, медведь. Так, forged iron. Сюда глину. Во. Слушай, а я пеньков вообще, по-моему, еще не видел ни разу. Может, просто не обращал на пеньки внимания. Может, и не обращал, я знаю. Так, надо пойти глина накопать. Так, ты не умножишься, надеюсь, глина. Пожалуйста. Нет, ни глина, ни металл не умножился. И из старых наших сундуков тоже надо будет принести. Я, по-моему, оставлял там металлические эти обломки. Или я их... Подожди, или я их переделал в этот. Это я не помню. Так, надо же починить сначала инструмент, что я... Сейчас сломается, и все. Медок. Да, надо будет медок сходить поставить, пока жарится металл. Есть. Forged iron. Две штучки. 6 уже могу сделать. Пусть плавится. Я еще вот. Бегать толком не могу. А я не могу чинить, у меня нет рецепта. Надо, чтобы ты починил. Кого починил? Ну, вот этот ренч. А ты уже доломал его?
Ну, он был наполовину того, одной ногой был уже в этом свете. Я его доконал, да, совсем. Так, тогда закину. А, вот глину ты же оставил. Точно, да. Точно. Так, вот тебе глина. Вот тебе скраб айрон. Давай. Вот и по мере работы печки скраб айрон и глина попадают в инвентарь самой. Там какой-то новый интерфейсик или как? Ну да. О, пенек. Пенек, я нашел тебя. Осталось наколдовать, чтобы там был медок. Так, я уже могу, по идее, сделать арбалет. Не хватает мне что-то на арбалет, по всей видимости. А нет, всего хватает. Есть крафт. Пенек пустой. Не наколдовать. Так, тебе сделать арбалет? А, да, наверное. Хорошо. Чего ж нет? Ну, может, ты любишь лук, я знаю, больше. Да, арбалет же сильнее. Ну, а, все-таки переплавляется этот металл. Так, надо где-то его скинуть. Я не смогу его потом поднять. Который задюпался? Да, 3500, который... Нормально так. Выбросить здесь. Вот лежи, сиди в углу и думай о своем поведении. Ну, видишь, в первый день уже вышел один патчик. Я думаю, патчи будут выходить довольно часто, и со временем мы преодолеем это зло этих багов. Да. Совместно. Куда ж денемся? Слушай, так, медведей так много здесь. Надо сделать этот самый. Нет, не шовел. Пикекс. Почему я не вижу здесь? Айрон. Надо 5, у меня есть 4. Сейчас возьмем еще Forge Metal. Еще десяточку наплавим. Есть, могу сделать кирку теперь, человеческую, металлическую. Угу. Так, металлическую или человеческую? И даже Fire Axe можно будет сделать. Топор. Ну, то была не человеческая. В смысле? Человеческая. Не человеческая. Каменная. Каменный топор. Он же кирка. Каменный топор, он не человеческая кирка. Он не человеческая кирка, да. Все логично, в принципе. Ну, как-то так. Что-то я возвернулся к нашему спальному месту первому, там, где мы спальники положили. Окей, я тебе скинул в этот сундук. Здесь. Угу. Арбалет. А, и это самое еще лежит. Это дубинка Iron Rainforest. Еще одна, если тебе понадобится. Я думаю, понадобится, если я умру и эту потеряю. Есть, кирка готова. Пойдем протестируем на камушку. О, смотри, я нашел спортивный мешок. Шел-шел и нашел броню. Железную, нагрудную. И два ствол для шотгана. Ну, короче, ствол и баррел. Пойдет. Одеть броню может. Умирать так хоть в броне. Ну? Кто-то рычит там. Сзади идет. Хрюндель приехал. Иди сюда. Тушка ты моя. Слушай, наверное, проще было, может быть, городок какой-то найти. Ну, я хочу, чтобы мы приоделись, вооружились, потому что мы голые боссы. Да мы умрем просто к тому времени. К какому времени? Ой, я городок из-за болезни? Из-за болезни. А это не городок, это я пошел, короче, к этому. Я рассчитываю сделать вылазку. Вот как только мы справимся со всей этой бедой нашей. С металлом. Разберемся. Поставим плавиться его. Ну, я умру к тому времени точно. Значит, надо спальники перенести, поставить в этот. Ну, вот они недалеко на самом деле стоят, вот эти. Тем более, так. Спальник. Это как раз вещи заберу, я же говорю. Если помру таки. Так, надо найти камень. У меня тоже со стаминой уже проблемы потихоньку. Хоть бы зомби-медсестричку может найти. У нее же тоже там есть, да, шанс на то, что витаминчики какие-то будут или что-то такое полезное. Да, совершенно верно, антибиотики с нее падают. Очень редко, по-моему.
Бикер бы найти, да? Кого? Как тебе правильно объяснить? Мензурка, скажем так. Вот. Можно будет варить свои антибиотики. Мед! Если знать, да, пей. Мед. Один, два, три, один. Пять. Один. Но только мне это не помогло, слушай, от моей дизентерии. Да почему дизентерия? У тебя же зараж... А, ты же... От заражения есть... Так, слушай, бери любой... ищи где угодно желтое растение, бутылку воды, ищи, бери кастрюлю и беги домой, вари чай. Написано, что только от этого. Ну ладно, сейчас я попробую. Ну, написано, что написано лечит... в описании да. чая. В описании чая написано, что ее вот здесь. Теперь вот здесь у нас есть этот Golden Root Leaf. Вот я возьму. Угу. И кастрюля только нужна. Я вернусь сейчас за кастрюлей. Тут недалеко. Вот. И сварим чаек, выпьешь, и все будет хорошо. Если не убрали, конечно, это функционал. Я борюсь со своей слабостью. Ой-ой-ой-ой, вот и зомби-медсестра идет, но вместе с ней небольшая толпа. Береги себя там. Да, сейчас я метка хлебнул, и будет обидно просто взять и умереть. Ну, умер здоровеньким зато. Ну да. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Надо все-таки глотнуть. Так, со какой урон зомби? 5. Дубинка 9. Топор все-таки не оружие. Топор это все-таки инструмент. Жаль, жаль. Это я видел. Видяшечку там чувак такой построил себе дом из глины посреди леса. Ну да. И топор такой сделал каменный да, себе да, тоже. Да, да, да. Знаем, такой есть. Ну, это так, это если есть супермаркет в 15 минутах ходьбы от такого ну, домика. Да. Потому что выживание, это контроль температуры тела и найти пожрать, а не как построить халабуду. Ну, там немножко же видео, не о выживании все же, а ну, то, да. как домик можно сделать прикольно. Да. Где это видео было, когда мне было 15 лет? Да, так, пенициллинчик. Я могу что-нибудь еще скушать, чтобы не так обидно умирать голодным было. Так. Кушай, кушай. Кукурузку, наверное, не буду кушать, да? Я, короче, блин, а что забирать? Что забирать-то? Кастрюлю забирай, главное. Кастрюлю главное. А, кастрюля в костре, да? В костре. 35 хп, блин. Так, с food cooking есть. Надо водичку вскипятить. А вода кипяченая есть, в принципе. Слушай, так может я себе тут чайку забахаю? Ну если ты можешь сварить, вари. Мясо. А я не знаю, могу я? Наверное, могу. У тебя тут лежит тут 3000 стульев, 4, все нормально. Где лежит? Ну, в костре. Я же их выкинул. А они опять задюбались. Наверное. Блин. Так, Golden... Я их выкинул. Мне нужно, получается... А, ничего мне не нужно, да? Ничего. Выбери количество, нажимай крафт. Крафт. И жди. Вода топливо. Крафтится. Топливо сам... А, короче, разжег костер сам. Так, я пока поем. Мяско тут у нас лежит. Вот, я вот... Вот он уже сказал, что я пытался сделать одежду из кожи. Думал, что я могу сделать. А я могу из шкуры сделать. Броню. То есть я перепутал немножко тут. Короче, чаёк мне не помог. Ты выпил его и без толку? Да, как была Advanced дизентерия, так и осталась. Может, именно чаёк диарею лечит, а у нас может, у меня на дизентерия все же. А, у тебя дизентерия, так вот нужны антибиотики тогда. Ну да, вот. Да, да. Хотя... На иконке написано, вроде как нарисовано именно это. Так, антибиотики. Ну ты все равно возвращайся, я подержу тебя за руку, пока ты будешь умирать. Чтоб тебя утешить. И ты мне еще нужен, чтобы ты починил мне инструмент. Вот так вот. Так что да.
по чуть-чуть, всё по чуть-чуть. Понятно. Так, сделаем наковальню. Отлично. 3 минуты с половиной. И ведро. Лопату надо сделать. Короче, все, погнал я. Некогда хлам разбирать. 32 хп осталось. Это еще на... Ну, короче, только добежать и все. И сгинуть. Можно добыть... А, спальник забирать, наверное, не стоит. А, он как раз уже ночь наступает у нас. Да. Потихоньку наступает ночь. Как раз умру к ночи. Что происходит? Это застрял. Так, мяско пожарилось. Можно выключать. А, в принципе, по идее, я должен... Cooking Pot сделать сам. 10 надо... Ух ты, 10 этих самых слитков. Да спасибо. Я уже вот тут вот почти добежал. Меня больше гриль интересует. А гриль... А, нужны пайпы. Окей. Пайпы мы тоже можем сделать. 10 штук надо. Сколько я могу сделать... Из одного 2 получается, значит еще 4. Как-то так. Окей. Медленно, но уверенно иду. Бежать уже не могу. Угу. Воду пить даже что-то не хочется. Нам, короче, повезло тут с таким городком, конечно. Я не могу тебя. А ты у меня офлайн. Мне написано, что у меня офлайн. Я офлайн, все хорошо. Да. Я не могу тебя отслеживать по карте. Все хорошо. А, у нас, кстати, Слава, тут еще 2 двери, которые можно было бы сломать, и может быть там что-то за этими дверями есть. А, на первом на этаже. На базе? Да. Может быть, да. Посмотрим. Там, короче, может быть туалет с этим стеклом и аптечкой. Ну, с этим зеркалом. Так, я, короче, выкладываю сейчас запчасти оружия. Еду там всякую. Все, что мне не нравится. Мне ничего тут не нравится. Картошечка. Ой, стрелы, слушай. Там арбалет я тебе положил. Ща, мне пока он как-то не очень, по-моему, надо. Окей. Умирать. Мне все равно, с арбалетом или с луком. Пойду дверь поломаю. Не говори так. Пошли дверь поломаем, Слава. А вдруг там будет спасительный этот... Чего-нибудь, короче. Сейчас, спаситель. Я вышел нафармить чуть-чуть глины, ты меня сбил. Так, с глина вот здесь. Что, мало глины? Оказалось. Не то чтобы мало, но... Так, попробуем вот на оленя поохотиться с арбалетом. В задницу не ваншотит. Но по идее у арбалета баллистика лучше должна быть у болтов. Ну да. Так, а водичка мне восстанавливает энергию? Да, восстанавливает. А там... Так-с. Там кухня, там слова ящик еще лежит какой-то. Ну... Не ящик, а коробка. А, надо вскрывать, да, типа? Наверное. А, я не могу пить, когда я не хочу пить. Ну да. Но я могу по-прежнему съешь долбить. Съешь что-нибудь, что тратит гидрейшн. Так а вот тут вот тоже вопрос, зачем, когда... Я все равно могу работать дальше. То если бегать надо, тогда да. Тут так озвалили в этом плане. А что ты пить собрался? Ну, потому что мало стамины. А, ну слышишь, оказывали. Ну, ты хотел бесконечно глотать пиво, впичкать себя. Не-не-не, я к тому, что вот раньше, когда у тебя стамины не было, толку не было от того, что ты там долбишь стенки. А сейчас разницы, по-моему, никакой. Хотя, смотри, нет, по одному урон идет. А так по 3 шел вроде бы, да? Вам бы лишь бы ругать. Кому легко?
Да. Никому не легко. Так, и две двери, короче, здесь одинаковые. Пустая коробка. А, отлично. Кубок я выиграл. Мусор. О, пейнкиллеры. Наступила ночь. Будь начеку. Ну, я думаю, пейнкиллеры мне не надо сейчас уже хавать. Смысла нету. Теперь мне надо будет устроить с утра пробежку за медом. Почему здесь не хочет ставиться? Что такое? Ладно, поставим тут. Я не капризный. Эх, все. 12 хп осталось. Обратный отчет пошел, да, у тебя? Да, да. А ты кастрюлю где? Не положил костер, нет? В костер нет, я, по-моему, выложил ее в этот или... Ой, сколько всего. Выложил я ее хоть. И факел нет, я выложил. Не что, выложил. Нету? А, нет, выложил факел, вижу, кастрюлю не вижу. Опа, слушай, может, я кастрюлю не взял? Вау. Здесь нет кастрюли? Это печально. Ладно, я сделаю еще. У нас ресурсы бесконечные, Антон, да? Я сделаю. Конечно, ты же надюпал. Ты и сделаешь. Окей. Не, а где я буду... А, еще до сих пор крафтится. А что так долго? Блин. Очень долго делается, как она называется. Наковальня долго делается. А, труба готова. Я могу сделать теперь кукинг-гриль. Да, я посмотрю хотя бы сюда. Да, смотри, я же не против. Сюда тоже этот нужен. Только не трогай. Инструменты. Наковаленка. А, наковальня тоже сюда кладется, как этот, да, как инструмент. Угу. Хитрая система. Так, это у нас... А, это все сразу тут, да? Так тут что-то ничего интересного такого нету. Рокет-кейсинг. Разве что сталь просто фигачить, да? У нас нет инструментов. Никаких. Слава, еще одна минута. Во, наковальню положили, есть. Теперь можно делать наконечники для метрических стрел. Метрические наконечники для стрел, имеется в виду, ты понял. Так-с. Шасси для мини-байка. Наконечник для ракеты. Гранатомет можно собрать ручной. И ракеты для него. Крафт мы, кстати, ручной. Да, у нас в первом сезоне, да, мы как раз гранатомет нашли и фигачили так там. То же гранатомет человеческий, это можно сделать свой. Все. Антон, тебе плохо? Что такое? Нет больше Антона. Полутай мой рюкзачок, я там травку выложу. О, да ничего, здесь лежит, ждет мой рюкзачок. О, какая у тебя броня интересная. Будет очень жалко, если что-то с ней случится. Вот да. Будет жалко. Так, костер. Не трогай. Блин, а что я? Че, я вроде убирал кастрюлю отсюда, нет? Ну я взял кастрюлю, я как раз же. Теперь взял. Теперь точно взял. Правильно? Это же инвентарь. Ну 100% вообще. И даже все остальное забрал, что тут было у нас. И спальник, да, я могу забрать? Да, могу пикапнуть его. И факелок можно тоже забрать. Ну, я думаю, на этом мы серию можем закончить. Дождемся рассвета и продолжим. С новыми проблемами. С новыми болячками. Пока новыми... болячек нету, и то хорошо. Это у кого, а кого нет? Говори за себя. Да, да. Хорошо, ребят. Что ж, да, друзья, спасибо большое за просмотр, за ваши лайки и за подписку. Пока.